Всем привет, ребята! Меня зовут Агата, и сегодня мне пришла долгожданная посылочка от Шейн. Ребята, ну а перед началом видео я прошу вас подписаться, поставить лайк и написать комментарий. И обязательно досмотреть это видео до конца, ведь вы не пожалеете. Огромное спасибо! Сегодня мне пришла долгожданная посылочка от Шейн. Я ее ждала 2 недели, и наконец-то она мне пришла. Вот такие вот вещички пришли. И сейчас я буду делать распаковку и примерять вещи. Ну что ж, поехали! Итак, начинаем. Первая вот такая вот вещица. По-моему, я знаю, что это. Кстати, очень красивые пакеты с логотипом Shein. И они еще, ну, закрыты хорошо. Так, открываем. Опа. Пакет ложим. И это у нас, по-моему, кардиган. Вот такой вот он, в принципе, красивый. Цвет бомба. Но я думала, ткань будет плотная, а она, ну, не очень плотная. Ну, как-то 50-50. И нравится, и нет. В принципе, хорошая, мне нравится. Продолжаем. Дальше я еще заказывала топики на лето. Так, по-моему, это один из них. Также такой же пакет. Открываем. Так. Он голубой. Вот такой вот. В принципе, хороший. Мне нравится. Я еще один такой заказывала, красный. Ну, на лето подойдет. Мне нравится. Теперь у нас, по-моему, это юбочка. Сейчас откроем. Да. В принципе, прикольная. Мне нравится. Так, посмотрим замок. Ну, конечно, она тоже тонкая. Вот с замком чуть-чуть плоховато, честно вам скажу. Он очень плохо открывается. О, вот, открыли. Закрываем. Ну, не знаю. Сейчас померяю и решу. Вот такая вот беленькая. Допустим, вот это возьму. Такой маленький пакетик. Открываем. Так, это еще один топик. Вот такой вот он. Но мне кажется, он большеват будет. И сделан он не очень качественно, потому что здесь как бы... Ну, я не знаю, мне не очень нравится сейчас по качеству, как я его потрогала. Ну, вот такой вот обычный топик в клеточку. Ну, что-то мне не очень. Я не знаю, я сейчас померяю, а потом вернусь к вам. Ну, вот такой вот топик. Теперь у нас что это такое? Опять маленький пакетик. Сейчас откроем. Засмотрелась. Ой, здесь пакетик. Я вытащила. Я вспомнила, это штаны. Да. Они вот такие вот тоже в клеточку. Если вот так вот могу еще показать. О, у них надрезик, кстати, вот здесь вот внизу. И, по-моему, они идут, обтягивают ноги, и в конце они так, типа, пошире сделаны. В принципе, мне нравится, но... Есть одна нота, что они прям очень тонкие. Ну, конечно, такое себе то, что они тонкие, а у нас сейчас зима. Последняя вещь осталась. По-моему, это тоже топик. Открываем. Так. Да, это топик, который я так ждала. Этот топик с динозавриками тоже на лето. Я очень много где видела таких топиков у всех
девочек и тоже решила заказать на лето. Я думаю, то, что подойдет, будет прикольно. Ну, такой вот с динозавриками. В принципе, мне нравится. Ткань тоже нормальная. Идем тоже мерить. Так, вот я одела. Будем говорить то, что это кардиган, я забыла, как это называется. И штаны. В принципе, мне все понравилось. Я бы поставила десяточку. Но! Из-за того, что это все тонкое, я ставлю 9 баллов. Потому что там все было красивое такое, а оказывается то, что это все тонкое. И мне это не понравилось, поэтому я ставлю 9. А так, в принципе, норм. Мне очень сильно нравится, особенно вот этот вот кардиган и штаны. Ставим 9. Продолжаем дальше. Так. Теперь юбочка с, будем говорить, кардиганом опять. В принципе, мне нравится. Вот, прикольно. Ну, я не знаю, 10 это слишком много, 9 тоже слишком много. Поэтому юбке я ставлю, наверное, 8 баллов. Ну, не так сильно понравилось, как кардиган со штанами. Ну, в принципе, нормально, сойдет. Мы идем мерить следующее. В принципе, смотрится норм. Сейчас вам покажу. Ну, мне нравится. Ну, также я не могу поставить 10. Поставим 9 с твердым минусом. Короче, будем ставить вот так. Идем мерить следующий топик. Дальше топик. Тот топик, который я очень сильно ждала с динозавриком, в принципе, мне тоже очень сильно нравится. Но я не хочу ему 10 ставить, поэтому 10 с плюсом. Ну, вот так вот, тоже прикольный. Супер! Идем мерить следующий топик. Короче, мне надо его ушить. Я его ушью, но так он норм. Кстати, с этими штанами очень прикольно выглядит. Такой вот топик. Он такой же, как и красный. Но мне очень нравится. На лето, в принципе, подойдет. Я ставлю, чтобы поставить. Давайте 5 поставлю. Ну, не так сильно нравится. Так, я не поставила оценку еще тот, который в клеточку. Ему я поставлю 6, потому что там лямки великие. А так, в принципе, все мне понравилось. И все подошло. Ну, супер! Ю-ху! Ну, а на этом мы заканчиваем. Хочу поблагодарить тех людей, которые поставили лайк, подписались, нажали колокольчик и написали комментарий. И досмотрели до конца. Ну, а на этом наша распаковка закончена. Всем пока!